Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так с достоянием общественности. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Они всегда стремятся действовать. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Может быть и великодушным, сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Они верные, надежные и честные, уверенные в себе, амбициозные, любят риск. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. В материальном плане эти люди ориентированы на результат в виде финансовой выгоды. Внутренние противоречия, сомнения и страхи, тормозящие духовное развитие, отсутствие порядка и рассудительности в делах присущи этому человеку. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.